Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Abgai, King and Fire, Dark Dragon. Пацанчики, скажите классные слова. Здравствуйте, люди. Сегодня мы играем на карте FNAF 1. King and Fire будет нажимать кнопки, а мы должны с пацанами максимально долго прожить. Если печь, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. King and Fire, давай, жмякай кнопки, только постепенно. Я знаю тебя, ты очень какой-то неадекватный человек. Готовьтесь. Давай. А, и сразу скажи, какая-то ночь у нас будет? Пока что первая. О, нормально, пойдет. Ну да, кажется, первый где-то 99-я ночь будет. Да, он немножко он путает сложности. Так, в принципе, похоже пока на первую. Не, ну так, как, а где ты видел в первой ночи, чтобы Фокси первый прибегал? Он на третьей ночи прибегает примерно. Хорошо, испоганься. Так. Так, проходите все. Очень классное оружие, здесь фонарик крутецкий. Короче, я бесстрашный пошел. Давай, иди. Там чик. А ты не сможешь пройти, он тебя убьет. Я знаю. Ну ты не ссы, я так 100 раз сделал. Смотри, не убьет, на самом деле не убивает. Вот так. Видишь? Это обход с фонариком. Обходим территорию. Он, кстати, может здесь управлять всякими аниматрониками, но они убивают только в офисе. Так, я посмотрю, что в кухне. Что там в кухне? Покушать есть что-то? Нет. Я борщ приготовил. О, так вот давай несем нам в офис, будем кушать борщ. Так, Чика, кастрюлями тарахтеть ты уже не сможешь, мы одну кастрюлю забрали. Мы поедем. Так, на, мы тебе борща принесли. Удачи, попробуем на бошку, смогу? О. О, священный борщ. Смотри. Это запасной, как этот, в футболе. Если мы проиграем, он должен по-любому выжить. Ой, я смогу кастрюлю сбить с башки? Попробуй. Ой, я его бью, извини. Нафига че? Не, ну можно, можно, если вот так вот... Ой, все равно. Ой. Ты перепутал, да, немножечко? Я хотел... Разные мишени. А, не, кастрюля исчезла, заметь. Да. Не, она не исчезла, она упала. Я тебя убил. Давай он на бошку оденем, не хочет. King and Fire, ну чё, ты где? Нажимай кнопки. Уже ждем. Ага, он все нажимает, пацаны. Здравствуй, Фэй. Так, пока никого. Закрою. Опа. Это Фокси, наверное, прибегал. Потому что так дрожит обычно, когда Фокси. Бонни. Открывать или нет? Там Бонни. А он возле стены стоит или... Да, да, да. Я иногда открываю дверь и сразу жду скример или какое-то убийство. King and Fire же не может нормально играть. Неадекватный человек. Фредди за дверью. Хорошо, что закрыто. Да. Была бы дверь открыта, мы бы умерли, скорее всего. Ну, может бы успели и закрыть. Так, знаете, что надо сделать? О, пусть на Фоксе так и будет. Мы будем смотреть, когда рука поднимается. Так, руки опущены. Опа, пришел. Да, так, в этот раз мы хорошо играем. Никого? Все хорошо, там никого нет. Я открываю. Ну что, 10-я ночь? А, была, а вторая. Ну давай, давай хотя бы там, не знаю, 9.5. Вам 9.5. Хорошо, давай. Уже Фредди пошел. Только не 95, а 9.5. Закроем двери, потому что, мне кажется, Фокси может прибежать. Нет, рука опущена. Открываем все двери. Открываем все двери. Там Фредди. Все, двери открыты у нас. Никто не идет. Где все? Никого нету. Опа, пришел. Челепиздрик. Вот так бы по пачке тебе дать с ноги. Так, вроде бы никого нету с этой стороны. Я открываю, пацаны, на свой страх и риск. Или давайте подождем еще. Нет, подождите. Стоит. Хорошо, что не открыл. А тут-то. Есть кто-то открывать?
Не открывать не буду. Подойди, у меня есть для тебя борщ, если ты уйдешь миром, я тебе отдам борщ. Да, борщика будешь? Немножко он подскис, кастрюля такая немножко ржавенькая. Но борщ, как говорится, вкусный. О, я через дверь кинул. Ну ладно, Бонни тогда с Чика поедят. А где кастрюля, реально? Ой. Ой. Отлично, молодец. Я уже думал, мы сейчас проиграем. Но пока мы стащим. Двери убьют. Мне нравится. Без фонарика интереснее. Так, следы не остаются, кстати, от палки почему-то. Без фонарика интересней? Да. Фокси подпишет. Так, подожди, нет. У меня темновато, без фонарика плохо видно их. Я вообще могу от третьего лица играть. Фонарик только странно как-то светит. О, вот так, четко. Все, ночь пошла. Смотри, здесь. Смотри, ты че, вообще неадекватный, что ли? О, а че у меня с рукой? Там Фредди. О, зачем же ж ты открыл? Или что? Никого не было? Ты мне открыл, походу. Я открыл? Нет, я стоял вообще, как камеру переключил. Так, 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 подожди, подожди, это всего лишь скример. Я живой, быстрее заходим, закрываем двери, раз, там закрыто, все. Отлично. Эй, успокойся, неадекватный человек. Да, здравствуй, 20-я ночь. 20-я уже? Так, ребята, у нас повышается уровень. Не знаю почему, но давайте будет 20-я ночь, почему бы и нет. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся записать что-то очень интересное. Можете даже написать в комментариях, какой следующий ролик нам записать. Я вообще даже, кстати, планирую записать GTA 5 какой-то режим прикольный. Дима, я тебе предлагаю сесть, мы можем расслабить. О, смотри, смотри, как я могу сесть. Смотри. На телевизор. Да. Жалко не на кекс, ну ладно. Так, на Е вставать, все четко. Смотрите, как он атакует, а у нас энергия полная, что ли, или нет? Да. Да, Kingdom Fire. Тебе, конечно, не сильно повезло, потому что энергия у нас еще. Да, максимально. Ого, их тут сколько. Так, никого нету, пацаны, открываю левую дверь. Никого. Не-не-не, я ее не открывал. Смотрите, я сказал, что буду открывать, и не открыл. Как он сразу атакует эту сторону? Так, все спокойно. Все чекаем. Может попытаться открыть двери? Пацаны, открываю правую дверь. Дверь открыта, потому что энергия тратится. Открывай. Открыто. Не хочет нападать. Ну проветриваем хоть. Все спокойно, пацаны. Все хорошо. Никого? Ого. Марионетка! Такая тишина после смерти. Все так сразу замолчали. Медведчик. Блин, ну ты классно пришел, марионетка. Мне реально очень понравилось. Так неожиданно. Открыл себе двери, спокойно стою, себе проветриваю ноги. На тебе, за голову кусают. Аферис, отпусти от меня, отпусти меня. Так, пацаны, я на диване буду сидеть, ждать вас. Помоги. А где ты? Справа. Ты справа? Я тебе открываю двери. Выйди в смотрю. А может там никого, может лучше не надо открывать? Не, сейчас мне... Так, давай слева, да, открываю? Все нормально, вылез. Никого. Кто-то прилег. Это, смотри. Так, закрываем лучше. Так, в этой части карты, наверное, не тратится, может, энергия, потому что есть версия А и версия Б. Йорик прилез. Прилег под этот стол. Так, давайте откроем, уже так не нападает. Открывай. Отлично.
все, отдыхаем на диванчике. Никого больше нет. Пацаны, мы что? Получается, мы эту ночь затащили. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, подписчики. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 6. Тысячи лет мы в эту карту не играли. Аниматроники пугают охранника. Может, даже аниматроники против охранника. Три охранника, один аниматроник. Будем выживать. Не знаю, кто будет выживать. Они или я. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. И поддержите меня лайкосиком, подпишитесь на канал. Я всегда очень рад, ролики выходят каждый день, бесконечно. Так, тут уже вигл кто-то бегает. Отлично. Все, пацаны, давайте начинать. Я готов быть злобным аниматроником. Шоп. Ага, эта штука не работает. Ну, о, я помню, тут эту штуку здесь еще есть. Так, это выкинем мы. Открываем. Вот как-то так вот. Эй, ты кто там? Эй, отвали! Я свой! Я охранник, не трогай меня. Попался, который кусался. Тут вообще ничего не видно, и ночной режим не работает. Хорошо. Так, 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 проход, давайте стулом будем защищаться. Летающий стул! Ха-ха! Ты стул бьешь током! Эй! Куда я ты пыхнулся? Я за стулом, ребята, запрятался, они меня не мочат. Какую-то штуку взорвали большую. А что-то на тебя налеплено. Отвалите! Да вы что мочите меня? Линяем, линяем, бежим отсюда. А! Замораживает! Ах ты жопа! Эй, хватит! У меня льдышки, я замерзаю! Так, отлично. О, телепортация вообще так сделана, склеена четко. Ой, это фон... Это свет. А как-то вентиляцию можно выключить? Я вот не помню. Давайте будем клацать. Во! Теперь тут очень жарко. Hello. Давайте... О, я ж могу звуки конченые издавать, я вспомнил. Пацаны, вы где там? Я у вас жду уже, что-то не наблюдаю. Вы там наверху, что ли? Так, я как-то странно телепортируюсь в эти вот какие-то потолки вонючие. Так, я ничего не вижу, но очень интересно. Черный экран. А, вот сюда. Так, все-таки куда-то я прошел. Это у нас подземные лабиринты. Во, вообще отличное место. Опа, я уже слышу, они пришли ко мне сюда. Так, будем их запутывать. В этом мне не нравится карта FNAF 6, что есть вот это вот подземелье. И можно реально с этой стороны вышел, там зашел. Блин, гранату кинул, она прям катилась, видели? Эй-эй-эй, отвали от меня. Я с тобой не дружу полностью. Блин, прикольно, они меня выманивают. Выкуривают. Я буду мстить тебе. Мстя моя страшная. А! Тут твой трупейшн заморозился. Я могу его разбить? Блин, было бы прикольно, если бы я мог бы его еще разбивать. Так, двигайся, вонючка. Эй, опять пришло! Валим, валим, валим. Так, бежи от него, бегу, 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 бегу. Ха-ха-ха-ха! Мочит, мочит этой штукой всех. Блин, прикольный эффект такой. Классный мод на оружие. Оно ночью даже подсвечивает. Видно тебя в темноте. Так, 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 я слышу, он там бегает, бегает, мочится. Так, сейчас мы его обманем. Так, давайте я смогу только впритык убивать, чтобы на расстоянии нельзя было. Мне кажется, это очень читерски. Только впритирочку, надо прям подбежать. Опа, это оружие я не люблю. Вот эти пули, которые летают. Оно очень сильно мочит. Так, 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 бегает, бегает. Я зубастый. А, жопа. Иди сюда. Сам себя убил. Эй, блин, я прилип к трупу. Уго, нифига себе, 700 жизней вынес пистолет, ну нафиг. Отвали, отвали, я тебя убью. В притирку только могу убивать. На расстоянии не могу. Есть, поймал, надо было тебе не останавливаться, тогда вообще тяжело поймать тебя. Очень. Так, у меня уже 4010 жизней, короче, вы мне 1000 жизней вынесли. Нифига себе, какой-то бешеный пикалет. Так, я тут ничего не вижу, я в темноту не иду. Отвали! Нифига!
Вот это оно мочит, сами себя. Так, 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 проходим здесь. Так, короче, надо выходить наружу мне. Блин, прям ко мне спрыгнул. Вали, вали, Димка, беги. А, блин. Меня видно, когда я горю. Жесть. А, жопа. Я тебя сейчас убью. Я ничего не вижу, ребята, что происходит. Но я его убью. Есть. А, блин, горю. Так, ребята, надо мне как-то выходить отсюда. Есть такая пупка. Конечно, на расстоянии убил, но не на большом. Так. А! Ну нафиг! Отвалите, не трогайте меня, я в пиццерию. На улицу иду, на улице лучше. Так, смотрите, Голден стоит, палит, палит меня. Так, на тебе. Кто у нас тут еще? Сидит, смотрит. С винтовкой. Так, давайте здесь. Так, бегает, бегает. Смотрит, где я. Простреливает всю карту. Нифига себе, так ты ж своих мочишь. Блин, прикольно, да, у них оружие? Короче, я могу убивать, когда видимы и в притирку. Чтобы они меня видели, потому что тоже так на крысу. Так. Да отвали ты от меня. Вы что, меня убили? Говно. Все, я марионеточ. Нифига себе, они там устроили войну. Нормально, нормально. Так, 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 смотрим, смотрим, смотрим. Сейчас мы резко выбежим и замочим кого-то из них. Охота открыта. Угу! Я за карту вылетел! Что за говно? А мне нравится. Так, давайте посмотрим, где они у нас тут ходят. Шпонькс. Ого! Нифига себе вы мочите. Так, давайте здесь постоим. Ну, мочиво! Есть! Один есть. Одного замочил. Ну-ка, давай, кто у нас тут еще мощный охранник? Ай! Так, 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 бегают, бегают, смотрят. Нормально, пойдет. Уго! Это ты мощно придумал. Ну! Ай-яй-яй, да что ж я так подлетаю? А ну, иди сюда! Маринетка, ты чё, психичка, не можешь их убить? Одного замочил. Второго замочил. А, я внутри, в помещении, ну нафиг. Так, 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 палим. Пацаны, я вовнутрь зашел в пиццерии, давайте, идите сюда. Я вас не боюсь. Ого, они там сами бегают, горят. Вы нормально, пацаны, играете, пойдет. Так, простреливает, простреливает. Что, палено, да? Видно меня, ладно, я пошел. Блин, да хватит, я горю так долго. Почему я горю, как, блин, полдня? Пацаны, все? Умные сильно стали, я вижу. Я ж марионетка, меня очень сложно убить. Просто какой-то неубиваемый. О, классное место я себя нашел. Давайте стоим и чекаем. Опа, кто двери удалил? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, нифига себе у него винтовка. А, я замерз. Разберзать. Фух, он не увидел, где я. А, увидел, увидел. Беги, я горю и во льду. Что такое? Это законно? Ого, не жахаю там. Так, надо сейчас красиво как-то напугать. А, блин. Да хватит. Вы чё такие дерзкие? Я ж марионетка, чё вообще вас боюсь? Это вы должны меня бояться. Чё, идите сюда. Кто еще? Все, уже пацаны не такие, как раньше. А, вот еще ты.
Блин, не вижу из-за огня, нифига вообще. Как его мочить? Да хватит жечь меня! А, блин! Вот это они открыли! На меня охоту. Воу, прикольная штуковина. Да хватит гореть. Мочи его. Нифига себе. Мочи, 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 мочи. Да блин, я хочу тебя убить. Меня огонь вообще не вредит особо сильно, поэтому оружие такое себе. Я думал, пополнять мне жизни, не? Эй, ты чё тут? Нифига себе у них бластеры. Я не знал, что там такие паки оружия есть. Так, твоя щекоталка уже не сильно эффективна. Ого, бух, они в здание жахают. Давайте, заходите, я вас жду, это мой домик. Кто зайдет, я тому дам печеньку. Ну давай, заходи. Слышь? Ах ты жопа! Ах ты жопа! Ты что делаешь? Я даже не могу двигаться! Убили меня! Здорово. Привет. Все написали в комментариях, чтобы мы попытались пройти шестую ночь, потому что эту карту обновили, и мы запустили не первую версию, а вторую. Надеюсь, она будет намного интереснее. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем Night 6. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, мы записываем очень крутые режимы для вас, чтобы вам было весело, интересно и поднять настроение. И даже сейчас вы сидите, наверное, и улыбаетесь. Это что было? Шестая ночь. Шестая ночь. Шестая ночь. Нажимаем кнопку здесь. Так, ребята, давайте внимательно, без шуток, потому что хочется пройти. Если мы не пройдем, то мы будем лохами, да? Блин, надеюсь, мы не будем лохами. Так не хочется. Челлендж, не будь лохом. Ой-ой-ой, здесь аниматроник. Где? Блин, калитка убитейшн. Это, знаете, это производственная травма. Так, сюда. Продолжаем. Надеюсь, все получится у нас будет. Кто ж открыл калитку-то? Я думал, то, что там никого нет. Вот я же сказал, что сейчас пойдут люди, которые профессионалы со мной играют. Давайте я буду сам к двери закрывать и открывать. Вы, наверное, будете просто смотреть, как это делается. Эй, дай пройти ночь. Все, ребята, давайте я буду нажимать кнопки, потому что я вижу, вы очень опытные. Профессионалы точно. Так как и я. Потому что я тоже буду открывать двери и подкосячиваю. И напишите в комментариях, бывают вообще такие, косячите или нет. Такая тишина, все слушают. Что же будет дальше? Что, получается, час ночи, и мы тащим. Да-да-да, она садится. Но никто не идет, ну и время стоит, час ночи. Давайте откроем двери. Давайте. Давайте закроем двери. Тебе голову отрубало. Прикольно, мне понравилось. Там Боня стоит, никто двери не открывает. Я все контролирую. Не открывай. Он стоит, я вижу его руку. Он тупо смотрит. Я на камеру. Да-да-да, смотри. Класс. Оп, а у нас закрытая дверь. Давай, уходи. Нам тут с тобой неинтересно. Давай здесь посмотрим. Сыкотно, да, немножко? Шестая ночь такая, агрессивная очень. Два часа ночи, кто-то пришел. Опять Бонька-то, он стоит, или здесь, с этой стороны? Стоит, 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 не открывай. Не надо, я боюсь, все, ушла, можно открывать. Ой, дверь. Закрывайся, я боюсь. Так, давайте здесь посмотрим. Стоит до сих пор. Он отошел. Он уже не рядом здесь стоит. Здесь около централки, где они это, ну, стоят. Ой. Знаешь что? Следи за Фокси. Его на руку поднимет. Он побежал. Побежу. Как я и сказал. Ребята, смотрим, Фокси бежит. Я думаю, он будет стучать. Типа, знаете, как два раза он стучит. Бум-бум. Нет, такого нету. Каждый раз обновляет этот режим. Он все круче и круче становится. Обрати внимание, с левой стороны стоит Бонька. Он в любой момент может напасть. Ты очень будь внимательнее. Открываем эту калитку. Никого нету, все четко. Боня дает гитару. Пацаны, идите гитару возьмите. Иди.
Здесь. Подходи, подходи, не бойся, ничего не будет. Тута. Никого. Тута. Никого. Ребята, мы тащим, 2 часа ночи. Мы ни разу не слились, да? Я вырежу, где мы слились, будет крутой ролик. Шучу. Все вылажим как есть, потому что очень сложная 6 ночь. Может быть, если одному играть, можно затащить. Не, вдвоем профессионалам точно можно затащить. Но есть еще подвох. Где-то в 3-4 часа приходит Golden Freddy и начинает всех мочить. Ого. Ай. Давай, не надо вот без этих всяких прикольчиков. Открываем калитку, садится батарея. Там фиолет. Где? Там, где... Где у них сцена стоит. Там какой-то... У него ноги почему-то фиолетовые. А ну включите на Фоксе. На Фоксе переключайте. Посмотрим, что там у них происходит. Когда он руку поднимет... Не, я лучше закрою. Пока мы его не видим, будет закрыта дверь. Он очень опасный. Давайте я включу. Отходите, профессионал включит. Эй! Вот, все, смотрим. Открываем дверь и ждем. Ждем, ждем, ждем. Все четко. Так, так, так. Камера, не уходи из Фокси. Надо закрыть, пока его не видно. Ого! А раньше вроде камера не крутилась так. Было статично, просто показывала. Закрой двери. Хорошо, что я контролирую все. Мы бы уже слились бы. Сразу видно, играет профессиональный игрок по ФНАФу. Ну, наполовину. Эй, камера, поворачивайся назад. Шкатулка. Так, стоит. Какой-то Феликс. Бонька стоит. Открываем пока двери. Все отлично. Он стоит, руку не поднимает. Внимательно смотрите за его глазами. Прикольно камеру запилили. Вот прям не было такого же. Точно не было. Просто было статично, издалека было видно Фокси. И все. Молодцы. Что улучшает постоянно все. Допиливают. Пока не видно Воньку, мы закроем. Ой, Фокси не видно. Все стоят. Знаете, они как перерывами стоят, 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 резко, бах, и нападают. Да. Странные люди очень. Пацаны, батареи мало, вы обратили внимание? Открываем. Блин, мы сейчас проиграем. Нет, все нормально, не проиграем. Стоит, стоит. Смотрим на Фокси. А, вот эта камера, которая не крутится сдалека. Все, я понял, значит их несколько. Вон та, которая крутится, камера. Все стоят и не нападают. Почему? 4 часа. Нападайте. Убивайте. Уничтожайте. Мне показалось, что у фиолетового человека была нарисована шишка, а то шляпа. Ну, кто? Ты? Ты? Они? Пойду прогуляюсь, все равно делать нефиг. Никого нету. Тё, я думал, мы затащили 4 часа. Ого, их сколько, посмотрите. Ух ты! Ого, это было очень больно. Открываем все двери, открываем. А мы там сейчас... Бонни стоит около... Нет, он так не убивает. Он убивает, когда стоит прямо возле двери. Или возле окна. 5 часов, нам еще 1 час. Ребята, 1 час. И мы затащим. Нет, двери закрывать только по нужде. Когда прям жопа при жопа. Ну-ка, ну-ка, мы давай затащим. Мы должны. Конечно, что мы слились. 6 ночь вообще нереально пройти. Но как не будет, мы проверим, проведем стрим, где мы постараемся пройти. Так что... Я уже, ребята, переехал в свою студию, и будут у нас стримы выходить, и очень много роликов. Кто? Кто, кто, кто? Вот. Чика. Закрывай. 5 часов. О, ушла. Мы должны затащить. Никого. О, та шла в жопу. Никого. Ой, it's me напи... Ага. Да. Это я, он говорит. Ушла?
Ушла. Открываем. Ну давай, еще чуть-чуть, пожалуйста, темнее экран уже, ну. Ой, енотка слилась. А бывает в жизни огорчение. 6 часов, мы прошли. И проиграли всего 4 раза. Давайте проверим, будет 7-я ночь или нет. О, 7-я ночь. Ребята, есть, я так думал, надо ждать до последнего. Мы целый час ждали, просто вырезал. Ладно, минуту подождали, 7-я ночь пошла. Заходи, будем дальше играть. Надо пройти 7-ю ночь. Все, 12 часов ночи, время пошло. Пацаны, давайте, вся надежда на вас. И девчонки. Чуть никого, 7-я ночь и никого. Я думал, с первых минут начнется лупашенье. Убийство, кишки из жопы. Ничего нету. Странно. Пойду выйду, погуляю. Все равно никого нету. О, стоит, идут, надо валить. Тут той Фредди стоит. Приближаются, значит, началась атака на нас. Ждем. Эй, дай пройти, тут какие-то баги. Никого. 6-я ночь жестче, что ли, была в начале? Эй, быстро иди к нам. Тут. О, одна что тут стоит. Че кофе сделать? На. Попей. Она вообще прозрачная. Так, как это 7-я ночь очень легкая. Ух ты! Всем приветики, омлетики. Всем привет. Всем привет. Серегина идея такова, чтобы мы были в Krusty Krabs, а Серега будет играть за охранника. Ой, играть за аниматроником, а мы будем охранять этот классный из классного мультика Спанч Боб Krusty Krabs. Если опять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживание. Так, ребята, сегодня наше спасение — это маска. Чпонь. Отлично. Слышите? Он же внутри, одевайте маски все. Он ходит. Он смотрит. Вот это здесь готовит Спанч Боб. Я его слышу. Вот он ходит наверху. Видите? А, он играет вроде бы за Мангу или за кого? Так. Так, дверь закрыта у нас? Так, все работает, да? Открываем. Четко. А можно эти Крабсбургеры брать? Нет, нельзя. Так, здесь у нас сидит мистер Крабс. Кстати, я мистер Крабс. Он на крыше. Я вот даже могу сесть, вам пока... Ой, что-то странно сел. Интересно, я могу на свое кресло сесть, а ну-ка? Ой-ой-ой-ой-ой. Минус один, ой, Дима. Ой, странно. Ты убил нас того уже? Одного? Не надо, Серега, мочить. Мы тут прячемся, кстати, внутри. Так, ребята, сидим. Осторожно. Там ходит злой очень аниматроник. Ой, я его вижу. Да? Это я, откройте. Не открывайте никому. Закрывай сразу калитку. Ребята, ждем. Так, выглядываем вовнутрь. О, я вижу, там кто-то ходит. О, тут это, секрет есть. Да? О, так это что у нас получается? Рецепт секретный? Дима, посмотри на парадную дверь Krusty Krab. Ой. Пацану бью по башке. Ой, страшно. А кто там? О-о-о. Ребята, смотрите, кто к нам пришел. А тебе по башке дверью дали. А я тебя убить не могу, говно. А, ты можешь только ходить, это глич-трап. А че у тебя такой походняк смешной? Опа. Ой-ой. Да Серега, так это... Ой. Один в маске был. Да Серега! Мы же договорились, что ты будешь добрым. Нет, я злой. Ах ты злой. Он в туалете. Я знаю, он всегда в туалет приходит к нам сюда. Покакать. Ой-ой. Я вижу его, кстати, вон он сидит. Так. Сними маску. Одень маску. Сними маску. Оденем, я вижу его. Где-то здесь. Он где-то здесь, ребята. В маске все ходим. Так, что у нас тут еще есть? Так, здесь у нас гриль. Ой. Страшно. Страшно, вырубай.
Ой-ой-ой. А, вижу, ходит, ходит, ходит. О, идемте карту покажу вам, что еще здесь на улице есть. Так, ну, уходим, уходим, быстрее бежим. А я в маске не могу бегать, представляете? А что на... А, это мусорка, я пришел показывать людям мусорку. Это гениально. А что еще на этой карте есть, Серега? Я на этой карте играю первый раз. Прикольно очень. Вообще на этой карте, знаете, что можно куча зомбаков поставить и выживание с зомбаками. Так, вы слышите этого челепиздрика? Это он скрипит полами или нет? Не знаю, мы где он? Я не знаю. Вы его видите? Нет. А, слышу, слышу, слышу. А да как? Да Серега же в маске был, не? Нет. Блин, я, у меня бывает такое, что анимация пропадает в маске, и я как будто в маске, но я не вижу глаз. Ну ты понял. Так. Все, одеваю маску, ну нафиг. Снимаем. Вот он. А он не может дамажить за этого. Этот не дамажит, кстати. Не дамажит? Давай проверим. Этот не дамажит, Серега. Да что за пирожина? Что за пирожина? Да что там творится, а? Меня так колбасит жестко, это жесть. Отлично. Отлично. Так, пошел, пошел. Серега, ты тут только нас не мочи. Он такой злой. Кстати, Серега, это тебе нравится, да, аниматроник? Почему ты его и берешь? Да. Красавчик, красавчик. Шадоу Трапа напоминает. Но. На. А я в маске был. Он был в маске, Серега, что ж ты? Я не видел. А как ты так делаешь, такие позы смешные? Улазить может. Да ладно. Ребята, он на крыше. Да? Да, он на крыше. А, да-да-да, вот тень была. Да, вон он бегает, он сзади. Он хочет нас убить. Внимательно, внимательно, заходи. Хитрый аниматроник, как в фильмах ужасов. По крыше лазит. Так, мы уже все тут забрали. Где он? А. Да ладно. Я был без маски, что ли? У Серега, я был в маске. Так, обстоятельства. Хорошо, понял. Одевай маску. Ушел, ушел, ушел. Идет. А если вот так, кстати, дверь откроется? Очень чистые стекла у нас, ребята. Застряли, пацаны? Давайте помогу. А, хотел помочь. А, двери на наружу открываются. А вовнутрь? Опа, 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 вот тут! Быстрее одевайте маски! Маску, маску, ребята, вот он идет. Прикольный походняк, очень стрёмно, стрёмно, стрёмно. Открываем. Отлично, сидим, ждем. Так, еще кого-то убил. А где он? Одевай! Быстрее одевай, 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 одевай! Серега, я одел, я одел, я одел, я сыкаю. Так, закрывайте калитку. Теперь мы будем в офисе мистера Крабса сидеть. Пока, мисс, что. Смотрите, как он мочит всех. Так, маска сработает, одевай. Я уже боюсь, кто-то заходит, одевай. Да что ж такое? Серега, ты же Фокси. Да он псих. А где он? Он на улице. Так, а давайте подождите, мы тут можем пройти? А здесь он не открывается? А, страшно. А, блин, я не успел, Серега, одеть на долю секунды. Ну что ты такой злой? Ну вот, бойтесь меня. Так. Убежал, убежал. Я попробую с вами пойти. Я вижу Серегу, вон он ходит в темноте. Кстати, прикольно, такой закат сделали, или это ночь уже такая? Серега, это ночь на улице такая или нет? Это да. Это да, понял. Ночь. А
пацаны бегут. Одни фонарики в темноте видно. Так, что у нас тут? А кто тут нассал мимо? Это ты, Серега, когда ходил за баллон боя? А я на улице. Нассата. А что, тут как пиццерия? Офис есть. Туалеты есть. Прощай. О, отличная нычка, отличнейшая. Я ко входу подошел. Так. И чё? Где ты, Серега? Я зайду. У него голова болит. Серега. Вот да где ты палишь контору, голову. Блин, тут чувак палит. О, я сейчас Сереге сделаю засаду. Да не открывайте. Где ты, Сережечка? А, блин, я хотел как Рэмбо выйти и просто тебя наказать. Ну, видимо, это не работает, да, Серега, с тобой вообще? Есть большой плюс, что на этой карте нет энергии. А, есть энергия. Господи, мне не повезло втройне. Максимально будем держаться. А ты мне дашь когда-то двери открыть или нет? Да, конечно же, когда рак на горе свистнет. А раки не умеют свистеть. Получается, ты мне никогда двери не дашь открыть. Ну, научится. Лет так через 500. Так, я могу на стуль сесть? О, сидим на стуле. Отдыхаем. Фонарик в голову вставил. Так. Ушли? Ушли. Я могу открыть двери. Нет, тут не могу. Здесь могу. Отлично. Вот, блин, Фредди стоит опять. Углы обсыкает. Ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал. Мы стараемся поднять настроение каждый день. И в последнее время выходит даже 2 ролика в день. Кто смотрит за моим каналом, тот обратил внимание. Эй! Блин, я уже боюсь. Приходят аниматроники, я закрываю двери, хотя не надо этого делать. Так, ушел, да? Отлично, давайте откроем. Так, пока месть тащи. Вот ты дурак, смотрит на меня уже. Эй, ты быстрее, быстрее. Это стрёмно. Я уже боюсь, что Голден Фредди приходит, я мгновенно умираю. Почему так? А надо прислушиваться, там он звук издает такой неприятный. Звук неприятный, это когда звук передержа. Нет, это вонючий звук. Так, 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 здесь ничего у нас не происходит. Здесь. Здесь открываем, здесь закрываем. Закрывайся, калитка. Фух, блин, она еще с опозданием. Короче, что, на двери пинг есть или что такое, непонятно. Да почему дверь открылась? Дима, ты зачем ее открыл? Я ее открыл разве? Тихо, 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 марионетка! 500-я ночь дает. Да ладно, какая 500-я ночь, шкатулка. Я буду шкатулку жать. Шкатушка. Бонька пришел. Так, так, так. А за ним Фредька. А нет. Во. А как мне вообще проходить 500-ю ночь? Спидранить. 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 Спидран по Гаррис моду FNAF пиццерии. Да это что? Надо просто, чтобы были очень длинные руки. И я держал кнопки одновременно на двух дверях. Это невозможно делать. Одному вообще же... очень страшно играть, очень. У тебя же не 8 рук, как у паука какого-то, да? Ну, ушел, отлично, я могу открыть эту дверь и воздуха свежего вдохнуть. Да ты задрался, или ты учили пиздрик? Да ну задралы. Открывай. Отлично, отлично. Здесь. Ну, господи! Облом. Ребята, напишите в комментариях советы, как в таком случае, как в такую ночь вообще проходить? И вообще, возможно ли это? Мне кажется, это невозможно. Уже стулья тут падают. Я нервничаю. Да, правильно нервничаешь. 500-я ночь, как-никак. Так, он стоит. 2 Фредди пришло. Вот, идите кушайте. Один ушел. Отлично. Так, этот не убивает, когда стоит возле двери. Тут ушел. Отлично. Все, открыто 2 двери. Ну, тут энергия подходит. Не садится. Кто подходит? Труп. Это было нелегко. Я хотел сказать, что это очень легко, но нет. Не могу этого я сказать.
Так, берем УЗИ, которым я могу испугать только мух. Аниматроникам не страшно твое УЗИ. Они ничего не боятся. Да как, я ж не слышал никаких звуков пердежа, я ничего не слышал и все равно проиграл. Да ладно. Серьезно? Не, никаких звуков не было. Я на монтаже еще пересмотрю, но вроде ничего не было. Если ничего не было, надо тебе было на заднее окошко посматривать. Сзади же тоже есть стекло. Там может Golden Freddy вылазить иногда. Не надо. Или, ты, или это музыкальная шкатулка ты не завел. А, может быть. Так, давайте удалим этот стул. Вот и Фредди. Хорошо, хорошо, я запомнил его лицо. Это было жестко. Слышь, я ловлю скримеры, не находясь в офисе. Что за баги? Потому что двери открыты, там никого нету. Ну ты же живой остался. Наверное, да. Мне эти аниматроники снится будут. А вот и Фокси. Эй, Феликси. А вот и Бонни. Шкатулка, шкатулка. Давайте поклацаем камеры. Если такое возможно. Нет, это невозможно. Чика? Бонни? Вот как пройти? Вот как? Если а это никак. Невозможно. Люди же как-то проходили. Ну да. Вот и ты пройди. 500-ю ночь не существует во ФНАФе. Это выдумал ты сам. Да. Да как дверь открылась, если она была закрыта? 500-ю ночь, Дима. Это что, у нас получается открывание рандомной двери еще происходит? Да. Такого я еще не видел. Ты жопа. Ребята, я попрошу вас написать в конце ролика, сколько раз я проиграл. Ты будешь жестко, мне кажется, очень. Мне кажется, ты здесь больше всех умер, чем во всех других роликах. Самый проигрываемый ролик во ФНАФе. Я уже не знаю, как мне тут выжить. Разве что убежать куда-то на улицу. Можно, кстати. Но позволят ли тебе аниматроники это сделать? А если я тут постою, я смогу проиграть или нет? Нет. Я живой. Я хитрю. Я вышел с офиса и стою, наблюдая, как ты меня мочишь. Ладно, 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 иду назад, закрываю двери. Так, шкатулка, шкатулку не надо заводить, насколько я вижу, ничего не светится. Должен восклицательный знак, насколько я знаю. Здесь светится, но ничего. Аниматроники пока по пиццерии разошлись, так что можешь отдохнуть. А Фокси это уже сам к тебе идет. Я не знаю, почему он к тебе пошел. Да ты обманул меня, тут челик пришел и замочил меня. А у меня по карте показывают, что Бонни стоит на складе. Почему это он на тебя напал, без понятия. Так что вот не еще знаю, раз. Не знаю, не знаю. Правило номер один. Не доверять Сереге. О, я вижу Фокси. Это хорошо. Редька стоит, Бонни стоит, Фокси стоит. Фокси поднял руку, это значит, он будет бежать. Отчитываем 5 секунд, и Фокси бежит. Так, так, так. 3, 2, 1, 0. Фокси, беги. Нет, не бежит. Может, камеры зависли? Нет, он бежал, кстати говоря. Ты что, не видел, как он... Не, у меня камеры, значит, зависла картинка. Да-да-да, я понял. А, вот так, значит. Странно все как-то работает очень. Да, веселая серия. Я не могу ничего сделать вообще. Че такое? Умираешь? Ну нет, конечно, погибаю. Вымирай. Самое обидное, что очень сложно играть в этот ФНАФ, и в итоге тебе зарплату $1. Ну что за говно? И сколько там дают? $20 дают за 5 дней? Или сколько? Я уже не помню. 120. А, ну тогда за сотку 20 можно. Да ты смотри, что делается. Окружили со всех сторон. Да вообще нереально пройти. Это как? Замуровали демоны. У нас была 99-я ночь, 100-я. 500-я не было никогда. Вот. Теперь есть.
Ого! Ого! Со всех сторон раз, окружили. Два, три, четыре аниматроника. Шкатулка, шкатулка. Я нажал на шкатулочку, я увидел. Ля-ля-ля-ля-ля. А надо много раз нажимать. Я буду много раз нажимать. Нажимай. Я жму. Жму, жму, жму. Слышь, и ты нажимаешь, я вижу, да? На что? На что, на что? А у меня восклицательный знак пропадает и сразу появляется. Я думал, ты нажимаешь тоже там. Нажимай. Нажимаю. Нажимаю. Это жесть, какой-то трэш. Так, вроде все, шкатулку завел. Что у нас тут, а? Фредька стоит. Я уже привык, открой, что они стоят. Да как открыть, если ты мочишь? Да откроем эту дверь. Эй, я же что-то вляпался. А ты, Бонька, иди отсюда. Не уйду. Стоим дальше. Жмем шкатилку. Ого, ого. Сейчас Golden Freddy будет. Хотел стекло удалить, но то ладно, не получается. Golden Freddy будет? Да. Давай, выпускай Кракена. Ой, я по жопе ему надо ехать. По спиняке. Что-то не приходит. Ты выжил? А я вышел с офиса, ты ж предупредил. Ах ты кабан. Скримеры прилетают, но я живой. Ух ты, блин, я хотел открыть дверь и опять выбежать, но это не сработало. Хорош, Фокси замочил тебя. Быстрее, 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 закрывайте двери. Фух, успел, успел, успел. Какого фига? Это что было, Мария Энетка? Да. Так я же нажимал на шкатулку в это время. А у нее закончилось время. Время, не кончайся. Так, о, стоит красавчик. Purple Freddy. Здесь у нас чисто, можем открыть двери. Немножечко подышим свежим. Эх! Здесь он стоит? Ушел. Отлично. Тащим. А почему он мгновенно убивает, если его даже не прошло какое-то время определенное, и он сразу мочит? А может... ты забыл, Дима, надо 5 секунд подождать. А, на этой карте. Я знал. Не полностью. Видишь, тоже помнишь. Ну как пройти эту ночь? Ну никак, это 500-я ночь. Непроходимо, я уже думал, что... Я думаю, что раз 20 я точно умер. В лучшем случае. Больше, больше. Надо будет таймер сделать, сколько раз Дима умер. Смех отчаяния. Я сейчас тут открою дверь и сразу выбегу. О, две двери открыто, давай, иди. Меня не убить так теперь, теперь я буду жить вечно. Это как, две чики пришло? Это реально? Одна чика, о, я знал, что такое будет, я живой. Нет, да. Слышишь, была одна чика стояла возле двери, а другая чика стояла в коридоре. Это баг или так и должно быть? Это фантом чика. Да, фантом чика. Испоганься. Так, так, так. Эй, Сережка, ну как? Ну никак. Ну пожалуйста, как-то дай выжить. Не выпущу. Это нереально пройти. Нереально. Это знаешь, это даже не 500-я, кажется, ночь, а миллионная какая-то. Тогда я помню начало этой ночи, сразу слился. Я думал, что опять открылась дверь. Я думал, что аниматроников можно, ну, каких-то сложных вызывать со временем. А получается, с первой секунды можно. Это трэш. Тупо с всех сторон. Это трындец какой-то, это нереально вообще выживать. Чика? Фредди? Не выпущу тебя. А! Я просто думаю, зайду посмотрю, какой ты наглый. Это ж надо, нажимай тут миллион кнопок. Прикольный офис у тебя здесь, да хватит мне...
Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.